хозяева есть здесь? Вы в гости пришли к кому? Нет, я в гости, я уйду сейчас. Так вы в гости может... пришли к хозяевам. Хозяева-то есть? Хозяин, я не знаю, я у ребят. Как вы сюда я пришли, я как же попали? Серьезно. А как зовут хозяина? Кто зовут хозяина, ребята? Родственника, давайте сюда зовите. Полиция-то можно? Вам туда нельзя? Не дали, нельзя? Кто хозяин? Я такой-то, такой-то. Что-то случилось? Основной контингент этой квартиры – это компания «Шумная». У нас дети у всех. По всем этажам у нас маленькие дети, начиная там с 11 до грудного возраста. И от того, что идет шум, непрекращающийся, все время что-то падает, громкий смех, наши дети не спят ночами. $700 отдали. $700 рублей за что? За день. За день.